Вы еще не чувствуете новогоднюю атмосферу? Украинские флористы приблизили долгожданные рождественские праздники. В Киевской филармонии они представили самые разные новогодние елки и украшения для оформления интерьеров. На Новый год чувствуем себя детьми, и мы можем поиграть в любую историю. Вот. Поэтому вот в этом году 20 таких историй. От классической европейской елки с привычными новогодними игрушками до фиолетово-голубой красавицы. Композиция «Тысяча и одна ночь» в цветах павлиньих перьев придется по вкусу поклонникам восточных мотивов. Инсталляция «Мир Леонардо» состоит из двух елок. Одна для всех привычная, вторая схематическая, создана на основе модели летающего аппарата по эскизам Леонардо да Винчи. Обе они украшены шарами с репродукциями картин художника. А эта елка придется по вкусу сладкоежкам. Украшена она, как в царские времена, печеньем и конфетами. Главное, весь этот праздничный наряд можно сделать своими руками. Шоколад, например, он символизирует собой... Шоколад символизирует сладкую жизнь, потому что черный шоколад настоящий, и поэтому жизнь должна быть прожита по-настоящему. Песочное печенье символизирует хрупкость счастья, которое нужно беречь. Кунжут символизирует крепкое здоровье для всей семьи. Кунжут, он символизует здоровье хорошее для целой родины. Эко-елка напоминает о важности сохранения окружающей среды. Украшена она натуральными игрушками, всем, что дала природа, желудями, шишками и листьями. А на создание этой композиции дизайнера вдохновила украинская художница Екатерина Белокур. Новогодняя елка, украшенная летними цветами, выглядит по-особому нарядно, тем более, что на ней красуется калина. Калина как оберег, это мать Украины. Дизайнер добавила ее на верхушку, чтобы подчеркнуть, что это украинская этноель. Композиция в морском стиле не только с ракушками и звездами, но и с живыми рыбками. А елка из спиц и клубков демонстрирует, что праздник можно создать даже из подручных материалов. Похоже, каждый может найти здесь новогоднюю красавицу по своему вкусу. Каждая композиция очень хороша по-своему. И что очень важно, что в одном месте можно какую-то идею для себя, для украшения дома, подсмотреть, что-то заказать и вообще получить заряд хорошего настроения. Очень много цветов, очень интересное решение, очень интересный подход. И я думаю, все те, кто придут на эту выставку еще и кто будет использовать такие мотивы в своих интерьерах, будут счастливы. NTD, Киев, Украина.